Приветствую вас, и я пытаюсь ответить вам на вопрос именно в контексте отношений с мужчиной. Потому что говорить о чем-то другом, хотя можно было, ну, мне бы не хотелось в силу того, что вы можете посчитать это не относящимся к делу. И будете, между прочим, совершенно правы в данной ситуации. Итак, по поводу того, что вы сказали. Ваши опасения, они совершенно правдивы, потому что мужчина действительно живет с женой, потому что ему это нужно. И самым лучшим решением для вас будет сказать ему. Вот. Ты меня любишь? Или хочешь быть со мной? Если да, то тогда, собственно говоря, уходи от жены, и я готов с тобой быть. Если нет, то прости, ты меня не любишь, и я буду жить дальше. Потому что в противном случае получается так, что вы действительно повторяете тот сценарий, который у вас был до этого. И это не является чем-то хорошим для вас. Потому что в итоге принесет лишь вам только страдания. Ну а мужчине уже нужно решиться, наконец, что он будет делать и принять решение. Вы можете этому решению поспособствовать и одновременно достичь двух целей. Посмотреть на его отношение к вам, готов он ради вас на поступки или нет, и помочь ему. Если готов, и он уйдет от жены, то вы будете с ним счастливы, потому что, скорее всего, мужчина к вам неравнодушен. Если нет, и он не уйдет от жены, то он не готов для вас что-то делать. Действительно, любит вас не так сильно, как вы его. И вам это принесет только страдания. Ну, а вы сможете наконец его отпустить благодаря такому вот проявлению его чувств и жить дальше. Собственно говоря, это поведение, эта рекомендация даст вам возможность максимально явно определите его желания, его виды на вас, и тем самым скорректировать свое поведение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу.